Чичу ради Фариды. Приветствую тебя, о ради сын Фариды из рода Хабиров, вождь племен нового времени, живущих на земле, именуемый Башкортостаном. Мое имя Юм, я известен своим племени тем, что могу ловить зверей при помощи силы взгляда и краски. Я пришел сюда сквозь 20 тысяч зим, чтобы поблагодарить за все усилия и те дары, которые вы направили на сохранение нашего святилища. Ваш великий охотник Рюмин открыл наши картины и знаки, их чуть не погубили неразумные пришельцы и спасли ваши мудрецы. Вы встали на правильный путь. Продолжайте. Я хочу пожелать, чтобы процветала земля Башкортостана, чтобы реки оставались чистыми, мужчины были сильными, а женщины всегда давали жизнь. Ради Фаридович, он предлагает вам вот этим камнем разбить натек на камне и открыть людям знак священного места. Таинственный символ. С этого момента, дорогие друзья, музейный историко-культурный комплекс Шульганташ считается открытым!